В администрации состоялись общественные слушания по внесению изменений в устав городского округа Люберцы. Проект согласовали с Министерством юстиции Московской области. Изменения необходимы для того, чтобы привести устав округа в соответствие с федеральным законом об общих принципах организации органов местного самоуправления. Дополнения связаны с уточнением полномочий органов местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. Закрепляется гарантия прав граждан, участвующих в разработке и внесении проектов инициативного бюджетирования с целью сохранения сути инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. Коллеги, также кто-то здесь присутствует, если есть вопросы. Также вносится изменение в статью 36 устава, которая гарантирует депутату, осуществляющему свои полномочия не на постоянной основе, сохранение места работы в совокупность на 5 рабочих дней в месяц. До настоящего времени на федеральном уровне отсутствовало правовое регулирование особенности осуществления депутата своих полномочий без отрыва от основной деятельности.